Заходи на CSGOFast.ru, ставь свои предметы из CSGO и выигрывай ставки других. Вносишь скины, и по достижению максимального количества игроков и их скинов, система автоматически определяет победителя. Шансы выигрыша зависят от стоимости внесенных вами скинов. Ссылка в описании. Слышь, Олег, у нас тут разборка так намечается. Пошли разберемся! Пошли! Это честно! Так, на ножик. Гналишь, дядя. Ты чё? Ну чё, Максим? Разборка! Раз. Да. Давай, жмем его. Тихо. Псковское поле. Тихо, не беги, не беги. Нет. Дурачок, дурачок, зачем? Смотри. В общем, дамы и господа, всем добрый день. С вами Фитин, Кофе, Прост, Алекс и это CSGO. Да, CSGO. Где? Так, ну чё, где вы? Где вы? Давайте в центре встретимся, короче. Опять? И... А где центр? Хали-гали. Ну-ка, сейчас. Пара трупер. Давайте вот отсюда начнем, короче, разбежимся по сторонам. И цель сегодняшнего челленджа, то есть так, как можно больше, чтобы кто, ну, вот эти очки, да? Себя. Ну да, вот, все, окей. У тебя уже много очков, ты любишь дырочки, ладно, не важно. Ну вот, так-то есть... я тащил, потому что на разборке. Кто больше набьет дырок, у того звание просто престиж элит дырочный. Ну все, тогда начинаем, все, разбегаемся и начинаем. Ой, блядь. Все, каждый сам за себя. Все, начинаем, поехали, все. О! Ага, вот они где все. Котеныш! Вот вы, значит, где все. Так. Так. Я знаю, где еще один там. Только чисто без ОВП, без пулеметов, без каров. Чего? Так. Вот так вот. Не, мне нравится, как бы я на последнем месте, все прекрасно. Почему бы нет? Это нормально. So good, bitch. Так. Фух. Зажал. Зажал и не отпускал. Вы сегодня красили яйца, господа? Конечно. Свои. Одно защемило. Найс. Так, хорошо. Поставил какой-то блад. Is very invisible. Олег! Я попал хоть? Я попал хоть по кому-нибудь? Теперь вы держите превосходство, я доминирую, господа, я доминирую. Опять! И что ли? Что за? Так. Какая-то факерская. А где все? Где все, ребят? Зло. Where is all? Фу-фу-фу это! Ай, зачем? Зачем? Ну это глупо. Вот сейчас с моей стороны это было очень глупо. What the fuck, motherfuck? Вон он! Хорош по стенкам бегает. Ай. По стенкам бегает. По кустам. Нормально. Это норма. Мне кажется, надо сходить в центр и вызвать дождь. И вот, ребят, давайте не будем бегать реально по этим кустарникам. Не будем по кустарникам. Не будем по кустарникам, говорю, бегать. Это не реально, это реально нечестно. Сука, а что это? Да, это нечестно. Это жестко было, Максус, это да. Ай-ай-ай, больно. Раз. Hello, так. Вот так. Кемпер! Грязный кемпер. Вот так вот. Бонусное оружие, СГ. Ну все понятно. Как бы вообще. Понятно. Ой, здрасте. Так. Вот, ладно, надо уходить. Надо вот, менять ну, точку. Ну просто так получается, что рядом стою, а ты постоянно возрождаешься. А я на F, а привычки. А зачем? Зачем? На F ты играл. Так. Сейчас я вылезу, проверю. По-моему, здесь кто-то ходит. А. Блин. Ох. Так, ладно. Где? Нужно взять. Где все? Нет! Как тебя убили? Как тебя убили? Опа-на, я нашел. Подожди, я курицу убиваю, я не трогаю. Кто там прыгал, кто там? Давайте еще попрыгаем. Во, так, вижу. Блин, ага, ну давай, попрыгай, давай. Ну, злодей. Просто, что Максим творит? Ты вообще читер. Это Габелла, пацаны. Это дробоган. Так, ладно, я тоже дробовик взял. О, видел головку еще-то? Прыгающую. Ой!
Испугался. Немножечко испугался. Знаешь, яйца побыл, там, не знаю, яйца... Головку побрить. Да, бегал. Что вообще? Одному! Просто такие вдвоем, чисто, знаешь, с дробовиками ходим, разборки. Честь и справедливо! А вот мне интересно, где же Алекс? Троллинг, троллинг такой пошел. А вот он ходит за нами, смотри. Какой, а вы какой Алекс, о чем? О, устро, дигло! Ну-ка, иди сюда. О, вдвоем, хорошо. Вот так вот. Вот такой тупой дробовик. Ой, не-не-не-не-не, нужно... У Алекса 67, почти как 69 хп этих очков. Я... Алекс. Блин, зажали. Я все время за тобой бежал, и меня убили. У меня 80, ты чё? Все, я пистолет взял. Так. Я хочу с дигла, пострелять. Да, дигла. А где еще кто у нас? Вы чё? Давайте дигла все покупайте. Так я его, давайте, да, реально, давайте на дигла, давайте. Чисто, чтобы наравне все были, да? Ну. По-моему, я кого-то видел здесь. Подожди, Дигл, Дигл, да. Это Дигл, это был Дигл, это, не, в его понимании, это был Дигл, скорострельный Дигл. Пушинный Дигл. У всех такие Диглы есть. Ладно, давайте. Да блин, я с него стрелять не умею. А кто? Давайте тогда по очереди выбираем самое любимое оружие, только не петушинное, да? Ну окей. Вот типа, любимое оружие просто это Диглы. Да это походу реально Дигл. Фига, я забрал. Ну-ка. Подожди, подожди, Олег. Я угнал. Что? Как? Блин, здесь не помещаюсь, дырочку я здесь. Так, ладно. Дырочку. Там такая дырочка в заборе, знаешь, не помещается. Это капец. Сука. Вот это имба. Просто ищем дырочку. Сзади. Во. Дырочка. Нет, за что? За что? Ого, мансер. Пацаны, я вас обрадую. 30 секунд. Че, где 30 секунд? Блин. 19. Да, все, последние 15 секунд, давай. Он станцевал щетку. Где? 10 секунд, 10 секунд, встречаемся. Давайте быстрее. Хорош! Вот это килл напоследок был хорош. Ну давайте кто-нибудь вылезите. Ну, не успел вылезть. Все, просто первый, Че, еще может раунд? Просто рак. Давайте еще раунд, так. А давайте, может, с орнами теперь поменяемся, ну там типа. Хотя это никакого значения. Командами как перетуситься, допустим, я сейчас с Саньком. А, ну давай, хорошо. Все, я за спецназ. Тогда мы за серов опять, ладно. Так, и сразу давайте мое любимое оружие. Давай, воу, я знаю давай, какое оружие, я знаю какое оружие, все, нужно умереть. ССГ, ССГ берите, пацаны. Время не. Нужно другое оружие взять. Вот, мне нужно убить кого-то или чтобы меня кто-нибудь убил? Ой, фу, сейчас блин, куда я вообще попал? Это ГС. Привет. Здрасте. Опа. Ой, я хедшот, бич. Вот, просто то же самое оружие, которое я хотел взять. Так, где все? Я слышу. Кого-то. Где кто? Я кого-то слышу. Я кого-то слышу. А я понял, кого-то слышу. Ууу! Просто ты же такие хорошие! Так мы как бы ладно. Почему вы не сказали, что уберете кареты? Сучары. Так нормальное оружие. Так нормально, все нормально. Двоих хорошо. Что? Ой, ясно. Все, че ты врубил, да. Знаешь, что смеется тот, кто смеется последний, так что... Это еще не последний смех в нашей серии, так что не важно. По зеленым куликам не бегаем? Ой, все, знаешь что? Ой, ну это нечестно, вот это нечестно. Я так пластинку сразу включаю, это нечестно. Что? Что? Знаешь что? Просто как ты смеялся, я глаз чесал. Ты сейчас серьезно, да? Ну ладно. Комбо просто, пацаны. Ну иди сюда, все, иди сюда. Просто я... Где ты? Поговорим, разберемся. Он где-то кемпи 3. Смотри, стреляй. Просто зарейджил.
Не, ну как бы чисто пекер, там, знаешь, всяких. И чё? Где я видел головку чью-то? Сетка повернулась. Ой, кофе, какой плохой. Я в ящик. А нет, не застрял. Шутка. Минуту. Кофе выйдет. Выйдет. Белая кофе. Ну давай. Фак. Ну зайди, я застилил. Просто застилил. Это нельзя. Мистер Алексей, вы помешали нам. У нас была дуэль, как бы. Как бы дуэль была, да? Да. Дуэль. Ну, кофе. О, все, пиздец. Кто где? Кто где, когда? Это типа месть, да? Месть. Она такая сладкая месть. Слышу, вижу, ненавижу. Где ты? Кто это? Кому это? Что это за кат? Малек. А у меня так-то один из хп был. Вот это был выстрел, вот это. У меня один из хп. Один. Да? Безума! Безума! Просто. Просто безума. Нет, это не везение, это just kill. Ага, а где он? Где он? Слышь, а где он? Где он? Где он? Где он? Да там возле лесенок. А у какой именно? Уже нет. А, вон. Вы немножко ошибаетесь. Не-не-не-не-не. Да ну! Не, я тоже муху взял. Муха такое тачерское оружие. Просто ясно. Просто ясно. Просто понимаешь, и вот Максим никогда, вот когда мы играем в соревновалки, вот так он не играет, да, он играет все время так только на роликах, да. А вот когда мы играем в соревновалках, он. Да, вот... конечно, чисто позер. Что было? Сам себя убил, что? А как ты взорвался, подожди. А, там бочки, короче. Опа, очки. Попал безумно! Да, успел! Я забрал! Против, просто безумно! 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 Забрал тебя я в последний. Мне даже не дали сейчас спичку, типа хватит, мне сказали, да? Так надо покупать. Ой, чувствую, мне сейчас жопа будет. Ну ладно, я пойду с пистолетом прорашу. Ну как бы чисто бегать, конечно, с таким. С таком. Пистолетиком, это не варик. Не, почему у меня 5-7? Где? Откуда? Что? Знаешь, как, знаешь, короче, Максим меня увидел, начал приседать на картаны. Это тактика такая. Ой, здорово, да ты свой! Просто зашел, зарашил. Блин, просто ясно. Просто ясно. Ладно, я тоже пистолет возьму. Вот как вы, так и я, все хорошо. Все, договорились. Ну, без базара, базару ноль там. Тут... Вот так вот, все, договорились. Пацаны, мне просто жизнь и судьба, а вот это ВП какой-то. Да как ты достал своей пуколкой этой? Не каждый так может, но я могу. Не каждый может себе позволить это. Ой, вы чё, развели меня? Да. Подожди. Блин, патрон, ну ай, 72 хп. Хорош, на ножик отправил, на мясо, на шаурму. Шо ты, говнюк? Так. Чисто повезло. И где все? Как это? Ну, вот сейчас, конечно, это повезло мне сейчас. Это очень сильно повезло, на самом деле. Так, ладно. Курочка! Курочку нужно убить, да. Так же нечестно. Так. Нет, почти! Курочка! Курочка, еще одну курочку убил. Почти на я знаю, где один чувак сидит у вас. Вон он. А, это Максим! У меня уже давно не было комбо что-то против тебя. Да? Блин, это было чисто, знаешь, спецназ сверху. У тебя минус 85, что? Привет. Жрем сзади режь. Так. А что делать-то? Смотреть на тебя? Guys, смотри. I'm just use this as my... Ну так, вот это нечестно. Вот это нечестно. В смысле? Какой петушиный? Именно, какой именно? А, это петушок.
Ну, мы это как бы знали еще, когда ты, когда мы знакомились, только ты говорил, что ты такой. Ну, ты сразу нам сказал, я Олег, я петух. Ну, так-то да, я говорил про это и не раз говорил. Олег, я не знал. Ну, потому что мы с тобой не так часто общаемся. А так, я каждому говорю то, что при знакомстве всем говорю, что я такой. И как бы, ну, как бы люди на это реагируют положительно, как бы. Знаешь, это, you fucking my little peter. Вот это было. Нет, ты что творишь? Это так 9, это так 9, детка. Пидоры разошлись тут. Нахи вы. Где ты там? О, Олег, Dota 8. Ой, натуре. Подожди, КД! Что так залетело? Это вот сейчас нормально так залетело. Так. А, блядь, ёбаный петух нахуй. Так, подожди. Пазы фака. В прыжке! Ой, все. О, читер, все. Я понял, кто у нас читы здесь скачал. Читы на петух. А ты скачал? Читы на копатель. А, короче, было Макс знает моего друга, короче, из армии, который пришел, да? Угу. Мы ходили, короче, он там в технарь хотел, короче, построить. Просто, говорит, а до скольки, короче, аттестат за 11 класс годен, да? Я просто вожу аттестат за 11 класс, и там сразу, знаешь, такое слово «купить». Лол. Аттестат крови по бокам тобой. Зажал просто с петуха и убил. Ого, я видел головку, чил. Опа. Чья головка? Чья головка, покажись. Курочка. Вот она прыгает. Ладно, Олег убил, да? Это просто как обычно. Ну блин. Нормально. Так. А где Максим? Максим, вы где? Максим? Я так и здесь. А где именно? Да что ты делаешь? Я на респе. Курочка тут убиваю. Сделал ниндзя диффуз. О, я знаю, где Максимка сидит. Я тут проснулся. Вот, он где-то здесь. Где он? Где же он? Вам нравится петух, тогда мы идем к вам. Олег уже пришел. Да. Так что же? Это ТЭК-9, детка. Это ТЭК-9. Просто ТЭК-9. Думаешь, ты так просто легко от него убежишь? Да? Нет? Что так просто, как кажется, в этой жизни? Просто давай держаться вдвоем. Я уже... Что? Главное, знаешь, мне нравится, когда мы все стреляем, мы приседаем еще так, знаешь, чтобы в голову не попали. Так. Да вы что, друг за другом убегаете? Кстати, хорошая так за одного лоу-хп. А, все, чё? Просто на первом месте. Опять на первом месте. 1-3-3-7 у него. С первого места еще 3-3-7. Сколько читы включаешь? Изи-пизи. Изи-пизи. У меня главный пинг 5, у всех по 90, пацаны. Ну, это как бы чисто... Пацаны, ну, не-не-не, пацаны, это у вас просто интернет плохой, вы чё, не-не-не. О, да-да, ТП-линк. ТП-линк, да, всё. ТП-линк. Ну что, дорогие друзья, может мы заканчиваем? Может последний раунд на ножах? Да. А, давайте чисто на ножах, final round. Давайте. Ну давайте, конечно. Угу, да. Кто возьмет оружие, тут какашка. Ну давайте все в центр, Сами суф! Ой, привет. Подожди, убегай. Где вы все? Подождите, где вы все вообще это? Они в центре бегали. Их нет? Найдем сейчас. Хуяк! Подожди! Хуяк! Что за хуяк, Мак-Мак? Хуяк! Вон, вижу, так детство делал. Ну блин! Просто развели. Развели на лоха, на секс развели, все. Филиппины. Пошел, ходы нахуй. Давай, преследуем преступника по имени Филиппин. Давай вместе держаться, вместе погнали куда-нибудь сюда вот. Да, сюда. Это ты. Сережа, блядь, какой-то Петя там. А во-во! Ниндзя! Так нечестно. Посали, ну почему? Что это было? Шахир.
Почему ты не работал нормально? Куда ты его пистолет достал? Я просто, знаешь, чуть ни разу не убил никого там. У меня ЛКП было, извини. Блин! Отдача! Отомстил! А что-то знакомый ножик. Но, ножик, да, спасибо, кстати. Ну ладно, так. Потом расплатимся. Вот так. Вот так. И нужно... Я видел тебя, Блин, нет. Ну все. Ну хорошо, иди сюда. О, хорош. Так, где ты? Я иду с тобой. Блин, уроды. Ой, здорово. Слахтя. Я знаю. Так нравится спину убивать, так они, знаешь, они так улетают прикольно. За что? Штрафной. Ну все. Ой, понятно. Блять, понятно нахуй. Да. Всегда нужно прицел держать на уровне головки. Что? То есть в районе паха, да? Нет! Тихо! Блин! Нет! Нанесено урон на 136 от двух попаданий, что, простите? Нет! Хорош! Просто взял двоих с пулемета снял, нормас. Потому что какой? Просто заебись. Это штрафные, вы меня убили с оружием. Ооо! Что, 69 кпс, а ну ладно. Блин! Что? Как? Ага, ла-ла-ла. Ты штрафной. Да я не штраф. Я это нет, это я на ноже. Да? Я тоже на ноже. О, я знаю, кто здесь есть. Никого нету! Тупик, блин. Так, держимся вместе. Что мы играем на нож? На чей, подожди. Всем там троим. Нет. Да. У меня просто стандартный. Подарок не отдают. Но, так, ладно. Где? О! Вот она. Сзади. Это братишка. Чё, кто сзади? Ассасин Крид играем. Бежим. Вы твою искать. О! Ещё, блядь. Честно. Я обиженный подал. Да! Просто страйк! Пятерых убил! Эйс, ножика, эйс. Эйс, бэйби. Ты успел, ну ладно, не важно. Где? Курица? Курочку убил. Уже залез, типа. О, тихо! Тихо, вот она. Вот ты говнюк. Ты мой эйс забрали, батя. Ой, батя. Айс, бэйби. Так. Айс, бэйби. Привет. А это надо читать. Ты куда ты оружие достал? Ну почему? Ну так не я тебя убил, а этот. Ниндзя. А как им наносит? Я что-то не втюриваю, почему вы наносите 160 сразу урона, там 150. На. Сейчас обидно было. Ну это ножа. Это что такое? Ты как присел-то, блядь? Что за херня? Я слышу звуки, я слышу, что кто-то рядом. Что это было? Что это за прогназ был на моей голове? Просто на головку сел, как бы случайно вообще бывает. Ой-ой-ой. Вот так вот все. Вот так вот вас. Зажали, плодвы. Просто зажали. Ну что, дорогие друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить огромные жирные лайки и подписываться на наши каналы. Все ссылки в описании к видео. Всем пока. Пока. Всем пока.